У подавляющего большинства тех, кто попал в свежую статистику по коронавирусу, а это 46 человек, заболевание протекает бессимптомно. Об этом заявил сегодня глава краевого Роспотребнадзора. Дмитрий Горяев подробно рассказал о тех, кому поставили диагноз COVID-19. На сегодня, напомню, это 202 жителя края. Как выяснилось, только 10% из них подхватили вирус за границей или в столице. Остальные заразились уже здесь во время общения с носителями ковида. Причем почти половина узнала о своей болезни только по результатам теста, то есть симптомов болезни не было. И люди продолжали вести активный образ жизни, ходить в гости и общаться со знакомыми. Случай выявления любого больного из всех 202 больных, про которые мы знаем, в каждом случае проводится эпидемиологическое расследование. Выясняются подробности, с кем он общался, с кем разговаривал. Как правило, все домашние всегда являются контактными в данном случае. К соседям уже пришел, заходил в магазин, пообщался с продавцом. Ну, вот продавец тоже уже контактный. И в этом плане по каждому из нас, вернее, по каждому из таких контактных мы проводим соответствующую работу, эпидемиологический анамнез узнаем и каждого обследуем.